Привет, Планя. Привет. Я ждала. Ты все слышала, да? Я не ожидала, что мне Муна позвонит. Я дала почетное право поздравить впервые себя своему сэмпаю. Сэмпаю, да? Мой сэмпай, Муна-сэмпай. Да, так что привет. Привет тебе. Привет. С днём рождения тебя! Я наконец-то дорвалась до Дискорда, чтобы поздравить тебя здесь. Моя комната здесь. Можешь присоединяться, присаживаться. И куда ты меня посадишь? Ну вот сюда, получается, на эту... диванничек маленький. На этот диванненький что? Диванничек маленький. То есть ты меня посадишь на маленький диван? Ну, а большой в спальне? Ну, для начала давай посидим здесь, а потом перейдем в другую комнату. Ну, прости, я забыла, что надо вначале посидеть, а не сразу. Да, брюки. Ну, в смысле, посмотреть кино, вот, на этом диване. Прямо кино смотрим, потом идем спать. Куда мы без прелюдий-то? Потом идем спать ночью, да. Ну да, все как обычно. Отправить. О, нет! Почему он такой милый, Планя? Боже! Что мне делать? Вообще... Теперь перейду к части поздравления. Я хотела сказать, что... Я очень рада, что ты родилась в этот день. Я очень рада, и что... В том числе, что я могу сейчас поздравить тебя с днём рождения, что... Сейчас я общаюсь с тобой, что ты появилась в моей жизни.